Пришиваем ушки. Я специально пришила одно ушко, чтобы показать, как выглядит второе и как я его буду пришивать. Значит, в этот раз обычно при таком способе пришивания, когда ушко прикладывается вот таким образом к голове, да, вот мы его просто приложили и все, я связываю за две стенки, ну то есть как бы вот эту деталь ушка еще связываю столбиками без накида. Можете это сделать, так будет пришивать проще. Я же в этот раз не знала, как конкретно я буду пришивать в конечном счете, поэтому этого не делала и покажу, как пришивается ушко таким способом. То есть можно, естественно, его пришить и вот так, чтобы оно торчало, тогда мордочка будет смотреться вот таким образом. Вот, но мне нравится, мне кажется, что они как-то милее смотрятся, игрушки, я и мишкам так пришиваю, когда ушки вот таким образом прикладываются к голове. Итак, начиная прям с самого первого столбика, важно захватить и с одной стороны, и с другой стороны, то есть две стенки ушка. Захватываем. И за столбик цепляем. Я не иду прям по столбик за столбиком, то есть я пришиваю вот как вот мне удобно. Захватить какой столбик следующий, такой и захватываю. И подхватывая столбик вот этот вот дальний, дальше столбик. Так, сейчас. Ближний. И принцип пришивания абсолютно такой же, как и у мордочки. То есть не вот таким образом пришиваем, а в предыдущий столбик. Заходим в предыдущие как бы два столбика с одной стороны ушка и с другой стороны. И я фиксирую сразу как бы один кончик ушка, уголок уже зафиксирован, и теперь вот этот вот, то есть просто за уголочек зацепляю иголочкой, убираю булавку, немножечко ушко подтягиваю, смотрю, чтобы оно смотрелось симметрично со вторым, если второе уже пришито. И через столбик на голове фиксирую второй уголочек. И таким образом, захватывая обе стеночки, столбик без накида на обеих стеночках, и возвращаясь столбик назад, пришиваем все ушко. Тогда, как видите, здесь никакого шва не видно, вот ушко пришито, весь шов снова идет вдоль вот этой вот линии ушка.